Законы любви, они освобождают душу. Освобождают нашу радость, наше счастье, наше знание, которое скрыто где-то там. В душе мы все святые, в душе мы все знаем, в душе мы все верующие. Нет, освободите это из души наружу, проявите это, в этом состоит наше развитие. Скажите это, сделайте это. А не прячьте эти ценные вещи для себя. Светильник под стол не ставит, Иисус Христос говорит. Его ставят на стол, он должен светить. Это есть на самом деле в сердце каждого человека, но вытащите это оттуда. Как? Шраванам, киртанам, вишнос, маранам, падасиванам, арчанам, ванам, дасьям, сакьямам, маниведам. 9 процессов служения Богу, говорится, сделайте хоть один. Первый – слушайте о Боге. Второй – говорите о Боге. Третий – думайте. Это первые 3. А следующий говорить не буду. Хотя бы с первого начнем. Слушать об истине нужно. Уши свои подставлять регулярно.